Всем привет, с вами Ец, это мой ник в Ютубе. Я буду обзорать обзор, к вашему вниманию, Лего Касли. Конструктор Лего Лесная Засада. Розничная цена 2520 тенге за штуку. От 5 до 12 лет, артикул 70400. Вот. Снизу Лего Касли, логотип Лего, артикул, там Лего Клуб, Лего Сервис, перерабатывается. Справа написано, внимание, опасно от задавления мелких частей, третьелетним нельзя играться. Один в один сундук с сокровищами. Вот тут Лего Касли тоже написано, это наклеечка. Вот. Здесь, где внимание, риск удушения мелких деталей. Сейчас фокусировка сработает. Вот, можете посмотреть. Тоже третьелетний нельзя, тут показано. Вот. Сзади Лего Касли, логотип, механизмы. И Лего Касли, все. Открывается она вот так, когда нажимаешь, и все. Начнем с инструкции. Сейчас инструкция. Инструкция была очень маленькая, она вот так согнута, потому что коробка маленькая была. Вот. Было показано. Тут показано, что нужно собирать отдельно все пакетики. Человечки идут. Заканчиваем собирание на 24-й страничке. Вот 24-я страничка, сейчас фокусировка давай. Вот все. Тут показаны другие наборы от Лего Касли. Я думаю, накоплю и вот этот набор куплю. Сейчас здесь фокусировка заработает, вот. А вот этот больше не хочу, вот такой. И как бы еще такой злодейский, маленький, и как бы все. Сейчас другую страничку открою. Вот. Тут Лего Касли, такая книжка. Мини-игры тут показаны. Лего Касли. Тут такой рыцарь с конем. Если он тут все детали нарисованы. Сзади Лего Вин, типа победи. Вот. Начнем с набора. Сейчас, чувак, поди. Такая штучка была. Груз с этим чуваком был. Тут было 4 мини-фигурки. Вот раз, два, вот три, вот и четвертый. Начнем, думаю, с мини-фигурок и их оружие. Берем. Вот. Еще собачка, думаю, считается тоже. Начнем с добрых. Как бы фокусировка. Все. Как бы тут такой бородатый чувачок. У него одно лицо. Не два. Шлем у него такой отличный. Тут вот такие штучечки есть. Вот такие, как там, такие точечки такие мелкие. Что типа это железный шлем. Тут у него хорошая прорисовка. Тут корона нарисована, что он типа королевский рыцарь. Вот как бы. Тут у него такой ремень из цепях сделан. Вот такая золотая штучка. Все хорошо сделано. Меч тоже отлично сделан. Вот. Сзади у него такой доспех, как спереди. Вот. И цепь. Ремень, то есть. Из цепи сделан. Вот. Теперь второй добрый чувак. Это вот такой копейщик. У него шлем отличный. У него одно лицо. Сейчас вытащу. Вот одно лицо. Шлем у него отличный. Вот здесь вот такие штучки есть. То есть. Сейчас фокусировка. Вот, видите? Такими точечками. Типа он из гвоздей сделан. Вот. Лицо можно увидеть при помощи вот этой дырки. Вот, как бы. У него копье длинное. Вот. И доспех у него такой кольчужный, полукольчужный. Вот. Тут тоже коронка, но у него ремень теперь кожаный. А не вот эти. Как там? Цепи. Вот. И тут ремень. Как бы все. Вот. А теперь, еще добрый, это где? Я моя собачка. Вот собачка. Собачка. У меня впервые собачка, потому что я не покупал Лего, в принципе, только китайский набор. Вот. Как бы я еще нашел китайские наборы свои старые. Сейчас давай, фокусировка. Как бы вот такая собачечка. Тут есть такая пимбочка, можно что-то положить ему. Берем какой-то небольшой груз. Теперь из злых злодеев. Первый это вот такой злодей с своей бородой. Сейчас шлем сниму. Вот теперь у этого чувака два лица. То есть
Одна он забоялся, а второе, а первое это он хочет напасть на них. Вот как бы. Так. У него доспех из, а нет, из оружия. У него вот такой топорик. Тут было две детальки, одна палка и одна вот такая. Она длинная, в принципе, как практически как копье. Вот. Сейчас. Вот. Шлем у него точно такой, как у того копейщика. Не копейщика, а мечника королевского. Его доспех. Доспех. Вот. Он вот такой. Как бы полужелезный, полукожаный. Вот. Такими круглыми штучками железными. А, нет, это ремни. Да, ремни. Держащиеся. Это его ремень. Еще. Вот, как бы хорошая мини-фигурка. Даже отлично мог бы сказать. Но мне топорик не нравится, потому что он из двух деталек сделан. А как бы неплохо сделал. Второй злодей и последний злодей. Это вот такой. С одним зубов нету у него. Не знаю, доктору, стоматологу или зубы не мыл. Может быть. Вот. У нее этот щит. Вот такой нарисован дракон какой-то красный. Вот сейчас уберу щит. Щит отлично сделан. То есть вот так можно держать или вот так можно держать как бы. Если лучники нападают. Шлем у него отличный. Можно использовать для других. Вот. Как из Варкрафта. Варкрафт 3. Или Доты 2. Вот шлем. У него точно такая броня, как у того. И у него два лица. Как бы такая бородашка. Он хочет напасть, он злой. А вот здесь он как-то... А, нет, я струслил, я хочу убегать, я обкакался. Вот такое лицо у него получается, как бы. Вот. Щит. Вот это все было хорошо. Теперь давайте начнем с этой, а потом закончим вот этой штукенцы. Как бы это такая тележка небольшая с флагом. Их не... Вот здесь держит чувак. Здесь... Можно дополнительные детали считать, как щит и меч. Щит можно поставить на того чувака, рыцаря. Он будет красивее. Вот в этом сундучке было. Было, если не ошибаюсь. Вот сейчас. 6 вот таких монеточек. Думаю, одну только покажу. Вот сзади такая деталька она. Еще вот тут такой бокал, чтобы пить. Вот. Еще такой кристалл красный. Такой зеленый. Кристалл и вот такой желтый кристалл, как бы и все. Вот сейчас уберу. Как бы дизайн у него отличный, колесико крутится вот так хорошо и на скользкой поверхности немного так крутится, так хорошо, в принципе. Сундук тоже отлично сделан, спокойно открывается, спокойно закрывается. Сейчас попробую открыть вот и закрыть. Вот теперь начнем с злодейской такой засады. Тут арбалет и такая ракетка. То есть вот такая ракетка. Ракетку можно при нажатии, она пуляет. Ну, я не пульнул. То есть нужно типа ударить. Сейчас. Вот, ударилась. Сорвнулась. А куда она делась? Ага, нет. Она в своем месте осталась, как бы. Вот так пуляется, как бы. Ну, думаю, все знают. Арбалет что-то упал. Сейчас арбалет поставлю. Арбалет хороший, но у него жаль, что вот эта стрела не вытаскивается. Я ее пробовал. Вот, как бы. Из этого механизма стреляет ракета. И, как бы, еще одна прикол. Вот здесь вот такая деталька. И, как бы, они дерево рушат и падает на вот эту тележку. То есть, как бы, на тележку падает это дерево. Небольшое. Вот. Все нормально держится. Отлично даже, мог бы сказать. Здесь еще запасная одна ракетка. Вот. Такой кустик. Как бы все тут. Больше ничего не показывать. Не надо, как бы. И все. Вот такая штучечка есть, чтобы дерево упало. Теперь что еще можно показать? А, запасные детальки, да. Запасные детальки я положил в пакетик, чтобы не потерять. Все, как бы. Тут их было мало. Не, запасные можно еще посчитать меч. И, в принципе, такие золотые штуки. Вот для топора, если он тот топор потеряется. Или вторая деталька. Вот эту можно поставить. И тут вот эта штучка. Вот сейчас покажу. Вот здесь
Вот это держится на этой штучке. Как бы она вот такая и запихивается на вот эту детальку. Видите? И выходит. Что-то обзор такой большой стал. Вот. Теперь вторая. Это такие две типа кнопочки. И одна монетка еще запасная. Вот. И еще вот эта штучка, когда вот дерево падает, она держится на черной штучечке. Вот. Как бы можно обзор заканчивать. Следующий обзор будет Леготехник мини-внедорожник. Я его уже, кажется, собрал. А, да, вот, все. Собрал, нашел только что. Вот. Все. Можно даже видео снять. Тут. Ну, давай. Все. А с вами я был. Всем удачи. Всем пока.